Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Сегодня день энергетика. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил ветеранов и работников энергетического комплекса региона с профессиональным праздником. Энергетическая отрасль в республике продолжает расширять свой потенциал. Сотрудники дочерних компаний «Газпром» реализуют программу по газификации Карачаево-Черкесии и социальной догазификации домовладений. Все больше домов жителей региона становятся потребителями голубого топлива. Наш партнер, компания «Россети», при поддержке Минэнерго России реализует на территории региона большую инвестиционную программу по дальнейшему расширению энергетических мощностей, улучшению качества энергоснабжения потребителей. А компания «Русгидро» в этом году расширила строительство двух красногорских малых ГЭС. Спасибо за тот значительный вклад, который каждый из вас вносит в обеспечение энергетической безопасности республики и всей страны, говорится в поздравлении Рашида Темрезова. Группу беженцев из Палестины, прибывших в Карачаево-Черкесию, в сопровождении специалистов экстренных служб реагирования нашей республики отвезли в Тиберду. Как гости устроились в живописном уголке нашего региона, узнала наша съемочная группа. Репортаж Аллы Динаевой. В Тиберду, преодолев длительный путь, прибыли 40 беженцев из Палестины. Большинство из них – женщины и дети, самому маленькому ребенку всего 3 месяца. Их разместили в гостинице. Наша съемочная группа застала граждан сектора Газа за обедом. Махмуд Шабат хорошо владеет русским языком, потому что он учился и жил в России. Я учился в Крыму на врача, и там и работал. И недавно уехали к себе. Я давным-давно не увидел свою маму. Думал встретиться с ней. Я туда уехал в июле месяце. Буквально 2 месяца побыли с ними, и потом война началась. И, к сожалению, с 8 октября я свою маму и своего единственного брата не видел. Хотя мы все в секторе Газа, как один город. Но мы не смогли увидеться из-за того, что Израиль запретил. Ну, там они разделили сектор Газа там, на 3-4 части. Они в одной части, а я во второй. Аж хочется плакать. Ну, надеюсь, что все наладится. Дай Бог. Выехали через Египет, добирались самолетом, поездом, на автобусе. Путь до Тиберды был длительный, рассказывают беженцы. Наши братья, наши друзья россияне нам очень хорошо помогли. Доброжелательные, милые. Во всем, даже детям носили туда-сюда на руках, чемоданы. Мы практически, можно сказать, даже ничего не трогали. Да, спасибо им огромное за такую приятную помощь. Мы приехали сюда, в Тиберде, сегодня утром. Красивый город, великолепный даже, как жемчужина, действительно. Тут все уютно, красиво, приятно. Нам уже и одежду, и игрушки детям давали, тепло. Ну, все довольны. Война украла улыбки наших детей, говорит женщина из Палестины. Мы, взрослые, очень переживаем за наших близких, которые находятся в секторе Газа. У Рана Мухана там остались 3 детей и муж. Их не выпустили, потому что их не было в списках. И такая ситуация у каждого. У кого-то там осталась мама, у кого-то брат, у кого-то муж, а у кого-то дети. Я даже не знаю, к кому можно обратиться, чтобы решать эту проблему и действительно забрать их оттуда. И чем быстрее, тем лучше. Потому что там, как я вам сказал, в каждый момент, каждую минуту мы ожидаем все, что не хотим слушать. Поэтому я надеюсь, у кого есть возможность, кто может нам помочь решить эту проблему, забрать своих родных оттуда. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики создана рабочая группа, куда входят представители министерств и ведомств, которые занимаются вопросами социально-бытового устройства беженцев. Вы наши гости. Гости, и чувствуйте себя как дома. Мы все для этого будем делать. Да. Будем делать, ни о чем не думайте, не переживайте. Все, что вам надо, мы будем привозить. Чтобы вашей жизни ничего не угрожало, мы все сегодня в масках. Не потому, что мы вас боимся. Мы, наоборот, очень рады и хотим разговаривать с вами без масок. Но для того, чтобы никакой угрозы вам не было, и вы и ваши детки не заболели, первые 10 дней мы будем с вами встречаться в масочках.
Чтобы принять эту группу людей, заблаговременно шла подготовка. Сейчас для гостей созданы комфортные условия пребывания с трехразовым питанием с учетом пожеланий прибывших. Подготовлены молельная комната для взрослых, для детей – игровая. Для жителей Палестины налажена круглосуточная медицинская помощь, организована работа психологов, переводчиков, сотрудников миграционной службы. Мы ваши пожелания уже сегодня начали прорабатывать. Точных механизмов сейчас нет, но обратиться от вашего имени в МИД мы обещаем, письмо мы напишем, нужно немножко времени. Сейчас нам нужно научиться общаться друг с другом, сказала Динара Камурзаева, а потом... После того, как пройдет карантин, мы начнем прорабатывать вопрос, как вас обучать. Деток учить русскому языку, вам тоже помогать узнать язык. И когда уже дети начнут говорить по-русски, мы начнем процесс обучения. Сейчас, если получится, то уже и учиться будем сразу параллельно с преподавателями арабского языка. Ну, если дети в этом нуждаются, посмотрим способности, возможности. Обучение будет обязательно проходить, мы никого не бросим, все дети будут учиться. Детвора впервые увидела снег и очень обрадовалась. Сейчас жители Палестины на временном карантине, а когда он завершится, им покажут нашу красивую республику. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Необходимости сохранения генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов было посвящено мероприятие, прошедшее во Дворце культуры Аулахабес. Участниками круглого стола стали как знатоки сельхозотрасли из Хабесского и Адыгехабльского районов, так и эксперты из других регионов страны. Подробности у Артура Мхце. Мало создавать что-то новое, необходимо сберечь то лучшее, что есть. Такого мнения придерживаются все, кто принял участие в заседании круглого стола в Хабесском дворце культуры. Сохранение генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов. Для обсуждения этой темы приехали в том числе эксперты из Адыгеи. Это отбор, это селекция сотен лет. Поэтому сохранить ту культуру, те наработки, которые существовали, они сегодня есть у каждого народа и в каждой местности. Для того, чтобы сегодня в связи с изменяющимися природными климатическими условиями сегодня начали поворачиваться, понимать цену всем этим вещам, потому что это будущее. Нередко решение многих вопросов скрывается в простом желании действовать. Можно сколько угодно рассуждать о той или иной проблеме, но без конкретных шагов к цели все разговоры окажутся бессмысленными. Представители Карачаево-Черкесии хотят восстановить ранее популярные в регионе сады. С этой целью они обратились за помощью к специалистам филиала Института растениеводства имени Вавилова. И те, имея богатый опыт, пошли навстречу. Черкесское садоводство ранее располагалось повсеместно и в Карачаево-Черкесской республике, но сейчас, к сожалению, садов каких-то таковых не осталось у нас. В основном вот остатки этих садов располагаются на территории Республики Адыгея и в Краснодарском крае. В настоящее время в республике есть несколько вариантов для воссоздания старых садов. Как обещают организаторы мероприятия, будет сделано все возможное, чтобы сохранить то лучшее, что когда-то было наработано и развивалось стараниями многих поколений. Артур Мхце, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабес. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии осадки, дождь и мокрый снег, местами очень сильные. Ветер западный 7-12 метров в секунду. В горах будут порывы до 18-23. Температура ночью минус 3, плюс 2, днем до плюс 8 и местами минус 2, плюс 3. На дорогах гололедица. В Черкеске ночью без существенных осадков, днем дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, а днем 4-6 выше нуля.
Три года под крылом самолета навигаторов детства. Советники директоров по воспитанию, муниципальные координаторы и региональные команды ежедневно внедряют современные методики и творческий подход, открывая перед школьниками и студентами мир проектов и возможностей. Кто из них лучше? Определили на конкурсе «Новый вызов. Лучшая команда советников года». Мероприятие прошло в Черкесске в Центре выявления поддержки и развития способностей и детей, талантов и молодежи. «Спутник». Вдохновилась энергия позитива и созидания Альбина Ламкова. Я советник, и пролетел который месяц не заметил. На тех задания навстречу только дети. Мне светит премия, хоть говорили все тут, что мне она не светит. В зале царит атмосфера веселья и творчества. Педагоги взяли на конкурс «Новый вызов. Лучшая команда советников года». Хорошее настроение и наработанный опыт. Участники готовы показать, что они достойны носить звание лучшего советника. Это событие дает возможность собрать всех ребят в одну большую команду и дать возможность понять им чувство сопричастности, что они члены одной большой дружной команды, и у нас у всех одна задача. Вся наша работа направлена на воспитание детей и наполнение новыми смыслами. Хотя основа мероприятия конкурсная, главное все же участие. Педагоги с большим удовольствием и энтузиазмом подготовились к мероприятию. Накануне Новый год нужно провести нам, во-первых, закончить конкурс хоров. А конкурс стихов у новогодней елки. Первые вышли наставники Зеленчукского района. Они всегда готовы. Действительно, в проекте «Навигаторы детства» нет случайных людей. Советники мудры, добры, уверены в уникальности и таланте своих воспитанников. Они открывают двери к достижению целей. Неравнодушные к проблемам детей, школы, семьи делает советника ценным специалистом. В этом направлении все только начинается. Но результат не заставит себя ждать, уверена Людмила Барлакова. Специалисты приступили к работе в сентябре, но уже многое успели сделать. Провели большое количество мероприятий, притянули к себе талантливых, активных и смелых ребят. Вдохновили самых скромных и робких. В дальнейшем мы будем работать все лучше и лучше. Настроены на победу? И что для этого нужно? Настроены на победу. Самое главное – работать в команде и друг друга поддерживать. Мероприятие прошло продуктивно, насыщенно и интересно. Впечатления и эмоции зашкаливают. Неподдельный смех и радость, позитивное настроение, заряд бодрости получили все участники. Равнодушных замечено не было. Оценить участников и выделить лучших было непросто. В итоге профессиональное жюри определило первое место. Его заняла команда советников из города Черкесска. Еще на конкурсе учредили призы зрительских симпатий. По результату голосов в социальных сетях стала команда Малокарчаевского района. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске наградили журналистов за лучшие материалы по освещению в СМИ темы «Межнациональные и межконфессиональные отношения». В числе участников конкурса и сотрудники ГТРК Карачаево-Черкесия. На торжественной церемонии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Конкурс журналистских работ проходил среди работников печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений. Перед награждением были представлены видеопрезентации, где победители творческого конкурса рассказывали о своих работах и отмечали важность выбранной темы. После всех собравшихся поприветствовал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Мурат Есинеев. Он подчеркнул, что подобные конкурсы позволяют выявить мастерство работников СМИ республики. Все номинанты конкурса проявили себя с самой лучшей стороны. Я очень еще раз подчеркиваю, что мы коллеги. Мы делаем одно общее дело. Хотелось бы, чтобы в следующем году эта работа наша совместная продолжалась. Было более расширить круг призеров, было больше хороших репортажей, хороших публикаций. И мы могли, как говорится, по достоинству оценить и, естественно, увеличить призовой фонд. Журналист черкесской редакции ГТРК Карачаева-Черкесия Муминат Ешерова одержала победу в этом конкурсе, представив свою передачу «У адыгов обычай такой», где она рассказала о многонациональной семье, проживающей в ауле Алибердуковский. Победительница была отмечена почетной грамотой и денежным призом. Вы
будь это маленькая программа или же большой авторский проект, на телевидении это групповая работа. То есть это не только моя заслуга, а заслуга тех людей, которые работали со мной бок о бок. Представили мы программу у Адыгова Бычетовой, многонациональной семье Пафовых из аула Лебедуговского, где дружно, счастливо проживают представители 5 национальностей. Это и черкесы, и осетины, и абазины, и карачаевцы. И очень приятно, что мы вот через такие семейные ценности раскрываем наши традиции и обычаи. Также почетную грамоту и денежный приз получила корреспондент службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия Алимат Матакаева, представив свой журналистский материал. В завершении церемонии награждения артисты Республиканской филармонии подарили виновникам торжества свои музыкальные композиции. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Дуэты». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.